Весна – прекрасное время для того, чтобы от природы получить живительную влагу, живительные напитки, которые приносят нам вот еще как бы деревья, которые еще без листьев. Вот в частности, здесь вот я показываю клены, которые на берегу реки находятся. И я рекомендую собирать сок кленовый. И березовый тоже, но в данном случае я показываю клен. Вот, и можно поставить вот такую вот вставочку, просверлить дырочку, подвести трубочку, и чтобы оно покапало в банку. И за сутки у меня набирается 4 литра. Вот, но оно больше набирается, просто тут емкость 4-литровая. Раз в день приходишь и получаешь вот бесценный такой вот природный ресурс, в котором очень много минералов, микро- и макроэлементов. Магний для кишечника очень важен, калий важен для сердца и сердечно-сосудистой системы. Марганец, ну, очень-очень будет незаменим для суставов. Цинк – это все проблемы, которые с волосами, с ногтями, с углеводным обменом, при сахарном диабете. Полезно детям, мужчинам, спортсменам, женщинам, ну, всем, короче, без исключения, всем полезно. Поэтому я напоминаю, вот, что есть такая кладовая в природе, бесценная, она весенняя, и можно ей пользоваться примерно 2 месяца, даже 3 месяца в году без проблем, так скажем, пользуешься и насыщаешь весь организм на целый год, и очищаешь почки, печень, ну, в основном березовым соком можно очистить, но этот полностью восстанавливает микро- и макроэлементы, которые нужны нам, бесценные для нашего здоровья. Вот это очень просто нужно не полениться и взять, получить сок, чтобы он накапал, и напиться вдоволь весной. Приятного всем сока пития кленового и березового. Благодарю за внимание.